Хрещатику седых могил, что святой Владимир Русь свою крестил, что в воде Днепровской, чуя небо власть, верой жить и правдой спасу Русь кляла. Что посланцы князя Киевом горжусь, духом пламенея освятили Русь. Но город великий Псков тьму таракань за сыновство Божие выдержал. Русичи попрали бесовый полон, не Русью назвали всех, кто не крещен, но злораден местью не Руси оскал. Русский город Киев Украиной стал, лишь слепой да чуждый духом не поймет, как родное имя потерял народ. Но до ныне светят и хватает сил всей Руси святые, Киевской Руси. Спаси, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Ирина Горелова. Здравствуйте, дорогие телезрители. Как всегда, традиционный вопрос. Почему вы эту песню решили спеть? Так, если сказать, как вы это чувствуете? Расскажите. Эту песню я написала на стихи Татьяны Шороховой. И предисловием к ней она взяла древнюю русскую пословицу «Дитя некрещенное не Русь». Вот о чувстве единения всего русского народа эта тема меня очень, так сказать, болезненно трогала. И есть еще несколько песен, которые я написала, будучи, там, живя на Украине. И я всегда себя везде ощущала русским человеком. И вообще все, что связано с нашими святыми, со святыми Киевской Руси в Киево-Печерской лавре, это все история Руси. Это великая история русского народа. Вот. И выступая с концертами, я всегда пою эту песню и говорю о том, чтобы дети учили свою историю, потому как вся наша история — это история православия. Это история становления духа, крепости русского человека. Поэтому вот такая песня. Плюс Татьяна Шорохова все-таки поэтесса, которая связана с Петербургом. Мы с ней познакомились в Крыму, когда я однажды приехала с концертами в Алупку. И там отец Валерий подарил мне книжечки ее стихов, которые потрясли меня совершенно, и я начала писать на них песни. Вот. И впоследствии мы с Татьяной встретились там, такое было совместное выступление. Иногда бывает, вот читаешь стихи поэтов, и даже из каких-то неизвестных людей, они так ложатся на душу, как будто это я написала, как будто мое, вот точно все мои мысли. То есть настолько близко и родственно, и вот в этой радости узнавания как раз, наверное, есть такая радость наша во Христе, потому что мы все из одной чаши причащаемся, мы все одно тело. И поэтому, наверное, вот эта радость узнавания и есть вот в поэзии. Поэтому я написала несколько таких вот песен на нее. И все думают, что это мои песни вот полностью, но я не могу себе приписывать авторство гениальных совершенно стихов. Я думаю, если все люди будут вот этой единой мыслью о
цельности, о неразрывности русского народа, потому что он настолько многонациональный, нельзя выделить какую-то вот одну. Это как нет, например, такой национальности американец, да, а вот, вот русский — это здесь все, это как огромный букет, в котором каждый свою важную роль играет, нужную, но только вот все вместе в единении. Поэтому я вот написала много песен, и вот с этой песней я была на фестивале в Арзамасе, и еще одна песня была «Молитва к Богородице», которую тоже очень люблю, и я думаю, невозможно обойти вот в творческом горении какие-то мысли красивые изложить именно о Богородице. Поэтому я... Ну, вы споете, думаю, да, сегодня? Да, я сразу ее и спою. Я, по-моему, вот ее как раз и услышал. Да, «Молитва к Богородице». Первый, да. Из слезинок молитва строится, тает на сердце холод. Снизойди к нам, Богородица, посети этот город. Собери в кабаках на торжищах, на больничных постелях всех Иванов, родства не помнящих, всех Марий на панелях. Растолкуем, заря небесная, если они над бездною, что себя не отсудят. Подними, бедняг, из попрания, сокруши их кумиров, и погибшим яви взыскание и спасение сирым. В этом мире страстей горячечных бестолково витринам, исцели нам сердца незрячие и поставь перед сыном. Одари обожженных горями покаянною грустью, чтобы стали Иваны с Марьями светозарною Русью. Спаси, Господи. Такие образы находите. Это ваши стихи, да? Нет. Вот это все Татьяна Шорохова, замечательная поэтесса. Вот я и говорю о том, что я нахожу такую поэзию. Мне своих несколько песен всего лишь. Я являюсь больше популяризатором и исполнительницей современной православной духовной песни и романсов. То есть я начинала с песен, вот в духовном плане, с песен «Романаха Романа», которую я услышала в исполнении Жанны Бичевской, потом все кассеты «Романаха Романа» переслушала, все это переписывая от руки, потому что сборник не могла я тогда купить. Потом, когда уже попал в сборник, это вообще было прям полное счастье такое. Я все это перечитывала, слезами заливала, потому что настолько это вот запало в душу, и я это все вот переплавляла как свое. Поэтому, когда я пою песни на чужие стихи, вот так мне задают вопрос: это ваши? Нет. Это тоже вот была Татьяна Шорохова. И я написала на нее несколько песен, еще на Ларису Кудряшову, это прибалтийская поэтесса, вот, с которой я еще вот не встретилась. Мне хочется особую такую вот благодарность сказать отцу Сергию Киселеву, потому что это он, приехав в 2003 году в наш город с концертом,
просто потряс вот всех, совершенно перевернул. Это было как раз начало вот, движения, так сказать, во все стороны музыкального этого миссионерства. И батюшка вот позвал меня когда-то в Киев, потому что как бы я пела, но пела так вот в своем каком-то кругу, недалеко на востоке Украины. Вот. А потом я приехала в Киев, и вот так как бы он был дверью моей вот, музыкальной. Потом брал мне много с собой выступать. И, то есть вот, вот так это все завязалось и пошло. Потом я начала ездить. Подруга пригласила меня сюда на фестиваль «Невские купола». В 2007 году я была. И вот так я... Ну, расскажите вот про петербургский период вашей жизни. Да, я вообще-то приехала вот первый раз в 99-м году, когда позвала меня сюда подруга, и мы начали, так сказать, толкаться во все двери, предлагая вот тот микс, который у меня тогда был. Я пела романсы, какие-то лучшие такие вот, как мне казалось, лучшие, то есть это красивые, глубокомысленные песни бардовские, и уже вот я начала петь песни Романаха Романа и матушки Людмилы Кононовой. И вот так мы продвигались, где бы, куда бы. Вот была необыкновенная встреча, поездка к Романаху Роману. И я начала писать сама песни. То есть несколько песен, потом стихи, прозу. То есть Петербург — это вот город, который дает такой мощный толчок к творчеству. Я когда читала вот все творческие люди, которые сюда приезжали, они писали, это было... действительно как-то меня это влекло. И когда я приехала, я увидела здесь как будто и люди другие. Вот они идут, и у них всех лица одухотворенные. Ну, вот у меня такое было впечатление, и оно и по сей день. Вот приехав в который раз в Петербург, я понимаю, что как-то вот действительно все святые, которые здесь покоятся, и это просто такое вот... Вот так как я приезжала в Киев, я много лет ездила с концертами и с выступлениями по Украине. И, конечно, Киев я приезжала и говорила, я побежала к своим друзьям. Они говорят, куда? В Киев, Печерскую лавру, конечно. Вот, поэтому, приезжая в какой-то город, я, естественно, сразу бегу в церковь и прошу заступничества у тех святых, которые вот покровительствуют не просто вот, вот всем, конечно, людям, но тем, которые... как-то свое творчество выносит на люди, вдвойне тяжелее, потому что тут особая ответственность такая получается. Вот. И Петербург вот сподвиг меня написать песни, и впоследствии вот те, которые я сегодня исполнила на стихи Татьяны Шороховой, они опять же связаны с Петербургом. Вот. Так, а как с ней встретиться, с Татьяной Шороховой? Она здесь? Она сейчас в Крыму находится. В Крыму? Да, она написала замечательную книгу, вот когда мы с ней встречались. Книга о монахе-миллионере Иннокентии Сибирякове. О, да я знаю эту тему. Вот, она да. Написала книжку и вот представление ее делала. Ну, я думаю, можно ее найти, потому что совершенно необыкновенные стихи. И вообще она как человек очень спокойный, глубокий. Вообще вот творческие люди, ну, это такое счастье, вот эти встречи, общение, потому что не просто мы сами радость встречи испытываем, а мы несем частичку этого человека, частичку этого творчества другим людям. Поэтому вот когда я езжу где-то с выступлениями, где-то с 2002 года, наверное, когда я вот пожила немножко в Петербурге, вернулась назад в свой Северодонецк и начала ездить с такими выступлениями, я ездила и в тюрьмы, это миссионерская линия была через церковь, больницы, детские дома, дома инвалидов, какие-то сельские далекие приходы. И, конечно, там концертные площадки. Но главное служение-то это все-таки, конечно, на клиросе. Вот. И это тоже вот все, все взаимопомогает и обогащает. Поэтому все, все то творчество, которое я вот, музыкальное, это миссионерство, я, естественно, рассказываю, не навязываю людям, а говорю о том, что я нашла путь, так же, как и все люди, которые пришли в церковь, когда Господь говорит «я». Есть и путь, и истина, и жизнь. И вот я им говорю, понимаете, я все это нашла, я испытываю такую радость, мне хочется поделиться, это все просто плещет. И вот и есть одна такая история необыкновенная, связанная с, как раз с колонией. Я незадолго до войны выступала в Брянке, колонии, строгая мужская колония. Такой зал был, там владыка выступил, священники. Вот. И потом я спела песни. Проходит недели две, наверное, я в своем городе. Иду к родителям, они недалеко от собора тогда жили.
И вдруг навстречу мне молодой человек и говорит: «Здравствуйте, вы Ирина?» Я говорю: «Ну да». Он говорит: «Это вы в колонии пели недавно?» Я говорю: «Да». Он говорит: «А я сегодня освободился и иду в собор Бога поблагодарить». Это был такой один из небольших примеров, угу, вот показательных, когда Господь меня утешил тем, что вот надо сеять, потому угу, что вот в моем приходе батюшка, который отец Александр Светличный в селе Смоленинова, который там и похоронен у нас под Северодонецком, когда он закладывал вот храм и строил вот эту вот всю территорию, там все это облагораживали, сажали деревья, он говорил: «Знаете, может быть, мы никогда и не увидим плодов, но нужно это делать, чтобы люди шли в храм, спасали свои души». И вот также в моем творчестве, когда он меня благословлял на вот этот путь музыкального миссионерства, он говорил: «Ира, пой, ты, может быть, никогда не увидишь, прославляй наш край, говори о том, что ты нашла вот эту жемчужину, что вот мы пришли все ко Христу в церкви, но ты, может, никогда не увидишь своих плодов того, что ты делаешь». Но Господь иногда утешает, и вот таким примером, как этот молодой человек, вот он показывает, что вот не зря все это мы делаем. И я много таких случаев и много историй слышала от людей, которые поют вот такую современную православную духовную песню, когда они выступают где-то, и вот эти все чудесные случаи из жизни, которые просто вот... Ну, у православного человека, мне кажется, каждый день это чудо, праздник, и обязательно какие-то такие вот завязки, начинаешь встречаться, общаться, говорить: «Вы знаете, вот там...» Они говорят: «Да вы что? И у нас!» И от этого еще вот так радость удваивается, от того, что действительно сама жизнь чудо, но еще Господь нам дает какие-то такие вот маленькие радости чудесные, когда мы понимаем, что все это не от нас, это вот все Божие. И наша задача только вот благодарить Бога за ту радость, которую мы имеем. Хотя сами мы несовершенны. И вот так на стихи Татьяны Шороховой о своем несовершенстве я их положила на музыку и написала песню. Вот, и исполняю ее как свою, потому что я так, вот как она написала, и я так думаю. Песня называется «Не доросла до идеала». Сегодняшняя встреча тоже чудо, да? Конечно, чудо. «Не доросла до идеала». Так и не доросла до идеала, и в жизни многих раз очаровала, кто праведности в грешнице искал и не прощал падения, не прощал. Простите все за черные минуты, когда спадали чары, словно путы, и мой такой обыденный изъян воспринимался вами как обман. Простите мне грехи, болезни духа, я с ними теперь почти старуха, еще никак расстаться не могу, и все бегу за ними. И дай вам Бог так с жизнью обвенчаться, чтобы ни в ком не разочароваться, и так свои года перелистать, чтобы никого не разочаровать. Простите мне, что я была когда-то за идеал разбитый. Словами мне нечем оправдаться перед вами. Спаси, Господи. Исповедь, да, женщины? Вот все как свое переживаю и исполняю вот всех, кого я перечисляла, и матушку Людмилу Конову, которую очень люблю, Светлана Копалова песни тоже очень люблю, и
вот отца Сергия Киселева тоже я пару песен пою, хотя у него специфическое творчество, это песни проповеди как священника именно. Но я нашла для себя все-таки там песни, вот, и тоже исполняю. Они то... все были здесь на передаче? Да, да, я смотрела, да. И я вот все это вот как свое. То есть мне радостно от того, что есть столько исполнителей у нас, и уже появилось много музыкальных конкурсов. И, как в свое время говорил Зиновий Герд, я люблю, умею любить чужой талант. Мне нравится, что есть такие прекрасные исполнители, которые пишут песни. Вот я в свой репертуар набираю вот что-то такое, что мне нравится, и вот подаю это как свое. Ну, это хорошо. Вы приехали с сыном, да? Да. Это ваш помощник? Верный друг и помощник, да. Да. Какие вот сейчас, в каких вы сейчас условиях живете? Тяжело ли вам сейчас? Как вы вот несете вот этот крест, как вы говорите? Да, батюшка, ну, Господь вот дает такие испытания в жизни каждого человека, и кажется, что, ну, все, я уже терпеть никак не могу. Просто вот, вот все. А потом понимаешь, что раз тебе дан такой талант, вот ты должен возвернуть, еще и чтобы его умножить, а не так, чтобы зарыть, и у тебя отобрали последнее. Вот поэтому вот я возвращаю Богу то, что Он мне дал такие таланты, через пение, через то, что я вот езжу и людям говорю посредством песни, приходите в церковь. То есть моя задача не то, чтобы меня полюбили, и полюбили мой там голос, мои какие-то там стихи, мои песни. Я, как вот Светлана Копылова замечательно написала песню «Кисточка в Божьих руках». То есть я всего лишь вот этот вот Божья кисточка, которую что-то вот делаю, и зову людей. Но не зову не к себе, а зову их ко Христу. И вот вижу в этом самую главную свою задачу. Вот, и тут-то я как бы себе уже и не принадлежу. Вот так как я... Ну, вы уже погрузились в это состояние, да? Так не разрывает мир вас, не вытягивает обратно, не тянет за руки, за ноги. Там, по-моему, в песнях у вас что-то было ваших... Да, как, ну, страсти, они же куда их денешь? Борьба, постоянная борьба с собой, со своими страстями, это... А как вот современному исполнителю материально живется... Батюшка, музыкально... Было на что приехать, в Петербург или нет? Или заняли денег-нибудь? Нет, вы знаете, я на самом деле хочу вот воспользоваться такой возможностью, да, и сказать всем своим друзьям, совершенно чужим людям, которые помогают мне на этом пути, которые... Ведь что такое музыкальное миссионерство? Это, как нам Господь сказал, кормитесь от той плошки, которую вам вот подадут за то, что вы делаете. Ну, странник такой, да, странничество. Такие странничества, да, своего рода. И поэтому я бесконечно благодарна моим друзьям со всего земного шара. Вот я сейчас скажу честно, у меня и в Канаде друзья мои, и в Чехии, в Испании, в Германии. И, конечно, и по Украине тоже, и в России. И те люди есть, которые, даже я их вообще ни разу в жизни не видела. Вот они мне просто помогают, понимая, что вот музыкальный миссионер — это, ну, вот, как говорится, живет сегодняшним днем, одним днем. Он беднее, вот, чем пенсионер. Беднее, чем пенсионер, да. Я ему очень благодарна. На самом деле, это, наверное, так, может быть, так и должно быть. Хотя каждому человеку нужно за его талант воздавать. Но это такая, знаете, очень скользкая грань, когда человек, и я видела такие примеры, когда человек, вот он когда бедный, вот такой вообще щедрый, замечательный, все хорошо, только чуть-чуть он высунул нос, он возгордился тем, что у него есть, и вот как бы все, и ну, очень тяжело на этом балансировать. Как бы с голоду тоже плохо. Вот, с голоду не поется, стрекозе даже. Дай Бог вам, чтобы Господь вам подавал все необходимое в этой жизни. Спасибо, Господи. На сей день. Да. Потому что день Он кормит, на следующий день нас накормит. Господь нас не забудет. Вы хотели в конце прочитать часть своей песни, стих, да? Часть стихотворения, песни, которая называется «Себе я не принадлежу». Вот я иногда так пытаюсь вырваться и думаю, что... Ну, может быть, вообще это ерунда, зачем я этим занимаюсь? Так это сомнения такие, наверное, бывает, да, обуревают. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, что многих людей, потому что я читала в свое время книгу
сейчас не скажу автора, лучше сомневаться, чем не верить. То есть вот состояние неверия еще хуже. Угу. И вот я так чуть-чуть посомневаюсь, там что-то подумаю, мне Господь утешит каким-то чудом или каким-то вот действием. И... Ну, прочитайте стихотворение, да, спасибо. Да, Господи, и уже. Себе я не принадлежу. Угу. Уже себе я не принадлежу, ведь сердце рвется от любви сгорая. Но если все грехи свои свяжу стогом и положу перед вратами рая, не стану ли и тогда принадлежать страстям своим, мечтам или волнениям? Не все дано нам в этой жизни знать. Дана лишь жажда вечного стремления. Да, я себе уж не принадлежу, смиренно дар Господний принимая, петь о любви. И если заслужу, то крест свой понесу к воротам рая. Спаси, Господи. Дорогие мои, к сожалению, на этом наша передача подошла к концу. С нами была Ирина Горелова из города Чехов. Теперь, да, Чехов. Подмосковье, да? Вот, и я, священник Анатолий Першин. Божие всем благословения. До новых встреч. До свидания.